Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Наступила сегодня пора, когда я решила, что мне вот уже нужно посеять петунию. Если вы решили посеять петунию первый раз, с чего начинать посев? Как вообще подступить к этому такому, некоторые считают, капризному цветку? Я вам скажу, что это очень неприхотливый цветок. Главное, нужно знать, что он любит, а чего он не любит. Можно вырастить с первого раза прекрасную рассаду, купив семена. Но я говорю сейчас про простые рассыпные семена, не про гранулы. Гранулы просто посадил и все. Это вот у меня самые дешевые, вот по 14 рублей, простые семена. Но она крупноцветковая, красивая, я выращиваю всегда. Такие вот на заставке, посмотрите, как... Массово, когда она массово, она очень хорошо смотрится, эффектно. Вот, взяли вы пачку, читаем. Декоративный светолюбивый однолетник. Образуют, короче, ветки, очаровательные крупные алые. Цветет с июня по сентябрь. Так, так, так. Семена на рассаду сеют с конца февраля, не заделывая землей, просто укладывая, ой, накрывая ящики стеклом. Пока все всходы мелкие, их лучше не поливать, а опрыскивать. На открытом воздухе продолжают выращивание с конца мая. Возможно, сохранение растений в зимний период. Что главное, вы должны отсюда вот как выбрать самое главное. Начинаем сеять с конца февраля. Это вот для простых огородников, которые не на продажу, не цветущими в мае должны быть они. А просто для себя, небольшая такая партия петунии для украшения участка. Вот сейчас конец февраля, как раз 27-е. Можно сеять последнюю декаду февраля, можно сеять первую декаду марта, можно сеять и дальше, просто цветение будет чуть позже. Нам же нужно, чтобы оно все лето цвело. Вот с конца февраля начинаем сеять. И самое главное, что не нужно их заделывать землей. Некоторые закапывают и долго ждут, так и не дождутся. И нельзя их поливать, а нужно опрыскивать. И все это, если вы будете знать, я вам сейчас более подробно расскажу, вы вырастите прекрасные, хорошие цветы без труда. Первое, прочитали инструкцию. Второе, что мы должны знать про грунт. Вот я приготовила уже несколько вариантов. Буду вам показывать, какой больше вам понравится. Вот в этом видео я вам покажу самый-самый простейший, самый простой посев, которые изобрели в первую очередь, потом уже начали на пеленку, на снег, из шприцей. Самый простой посев, который сможет сделать любой-любой начинающий огородник. Это посев методом посола земли на грунт. Землю я приготовила заранее, вот она у меня. Я ее увлажнила. Основную часть через крупное сито, потому что мелким ситом просеивать все не обязательно. Но верхний слой, вы видите, какой он. Прям такой, как однородный-однородный. Ну, такой прям сильно равномерный. Это я через маленькое сито. Вверх вот так вот через маленькое сито насеваю. Сейчас посмотрите. И все вот эти бугорки, все закрываю. Достигается так равномерность поверхности. Потом, когда я равномерную поверхность сделала, прям ровненькую такую, как паркет, обязательно увлажнить. Укладываем семена на увлажненный грунт. Потому что поливать мы потом не будем. Поэтому нужно сейчас, чтобы грунт был влажный. Так как мы их засыпать тоже не будем. Вот эта влажность грунта очень важна. Нужно, чтобы семя легло на мокрый грунт. Потом все просто. Открываем пачку. Я вот говорю, что я редко когда покупаю дорогие импортные семена. Покупаю вот это вот наши семена Алтая, всего 15 рублей. Там столько семян, там семян хватит и вам, и вашим соседям. Скрываем пачку, просто для того, чтобы показать, я вам немножко посыплю вот сюда. Семечки очень-очень мелкие, и вот этот самый простейший способ посева, который, он, чем многие его не любят, невозможно контролировать, сколько семечек вы туда насыпите. Поэтому все семена из пачки не высыпайте. Возьмите на белую поверхность, высыпите, чтобы вам видно было, сколько их. Потому что если вы посеете густо, это будет плохо. Я вот прям беру чуть-чуть, чтобы у меня получились разреженные посевы. И вот как будто бы солю землю.
кажется, что я вообще ничего не сею. И хочется еще добавить все больше и больше. Но вы знаете, что они потом разрастутся, они будут выживать вас и вашу рассаду сокон. Они очень живучие, их много сеять не нужно. Их же там тысячи. Все, посев закончен. Вот это и является самым-самым простым посевом. Сверху мы прям чуть-чуть осторожно, уже чтобы теперь не сдуть их, чтобы в одну кучку они у нас не слетелись. Прям чуть-чуть, очень нежное опрыскивание. Вот они же невесомые. Все, закрываем. Теперь самое главное, что мы должны знать. Во-первых, обязательно парниковый эффект. То есть вот эта вот посевная емкость должна быть обязательно с крышкой. Или стеклом прикрыть, или вот такой крышечкой, или в целлофановый мешочек, чтобы они там, вот этот грунт вспотел, чтобы был даже конденсат. Но вместе с парниковым эффектом обязательно ежедневное проветривание. То есть встали утром, перед тем, как пойти умываться или после, но перед тем, как уйти из дома на целый день, обязательно открываем вот эту коробочку и минут на 5-10 вот так. Тут некоторые даже стирают, я просто оставляю, она высохнет и все. Все проветрили немножко, закрываем. И самое главное условие, посевы с первого дня нужно выставлять на свет. Петуния — это то растение, которое дает всходы только на свету. В темноте оно у вас будет лежать долго, ничего сложного нет. Вот я все промаркировала, написала пламя 27.02. Всходит быстро и дружно, самое главное потом сохранить эти нежные всходы. Все, самый простой способ посева петунии сухими семенами на грунт, на землю, я вам показала. Вот можете воспользоваться, если ни разу не выращивали, этим способом. Дальше покажу на снег и покажу замоченными семенами. Все, до свидания.